такие условия. А вот дома и с Камеруном, и с Кубой, и с Сербией прям совсем другой по желанию. И классно. Ну супер, ну супер. Ну блеск. Это просто блеск. Это было блестяще. Сейчас сборная России раскатала соперника. Ну вот видите, и дома, и в гостях. Ну Карпин даже готов был сейчас поаплодировать. Доволен Валерий Георгиевич. Это точно. Но это было шикарно разыграно. И передача Антона Мирончука на Облякова. И как Иван не промедлил, дальше по темпу покатил на Константина Тюкавина. И мы поздравляем Константина с первым забитым мячом за национальную команду. Исполнил он, конечно, выше всяких похвал. Аккуратненько перекинув мяч через голкипера Павлюченко. Ну вот дожили мы до истории, когда Тюкавин забивает Павлюченко. И Павлюченко, да, это вратарь сборной Беларуси. Ну, супер. Просто. И уже развернули Полетевича, и вратарь уже лег на газон. И дальше делом техники было просто мяч вот так аккуратно подсечь в ворота на Олимпийском стадионе «Динамо». 2-0. Шикарно играет сборная России. Да, Обляков, получается, гол плюс пас. Ты сказал, что дебютный мяч. Сегодня у нас много дебютов в сборной. Это радует. И в Ахане дебют, в принципе, за национальную команду.